Удивительная история произошла в жилом комплексе на Ушаковской набережной. В окно квартиры на 5-м этаже пыталась забраться маленькая собачка. Молодой и непоседливый песик, предположительно, решил самостоятельно погулять, пока хозяев не было дома. Но сообразил, что высоко, и задумал вернуться. Тщетные попытки заметили соседи. Они схватили покрывало и бросились дежурить под окном. В итоге, как сообщают в социальных сетях, пес свалился вниз, его удачно подхватили. Спасительница временно оставила собачку у себя.